Турат Айбашев – капитан команды сборной Сыкульской области. В первом сете команда Турата показала хорошие результаты, обыграв две команды. Однако, прежде чем перейти во второй тур, им еще предстоит отыграть 5 партий. Филипп участвует в этом турнире 15 команд. Мы сборная команда Томского района. Только что сыграли сборной командой Кадамжай из Баткенской области и выиграли 2-0. До этого играли мы с командой Сталаса, Бакаятинская команда. Тоже выиграли 2-0. Я очень рад, благодарен сборной команды Томского района и желаю, чтобы дальше так было. Хатайбек Калчубаев и шоу из жизни в возрасте 63 лет. Он состоял в Иссык-Кульской сборной по волейболу, а также был преподавателем в Национальном университете. Последние 40 лет своей жизни он посвятил волейболу. По словам его брата Окумбека Анарбекова, Хатайбек воспринимал волейбол не просто как игру или хобби. Это было его страстью, то, что делало его счастливым. При волейболе, когда играл, тренировка вон там скачался. Это такой турнир, это... В этом году третий год уже. Да, третий год. Ну, получается так, что в прошлом году пандемия была, поэтому не состоялся. А потом в этом году проводить. Да, второй раз. Данные соревнования состоят из 4 туров, второй из которых состоится в июле месяце. Первый матч продлится 2 дня из 7 сетов в общем, и каждая партия длится до 25 очков. По итогу соревнований спортсмены будут награждаться ценными призами. На республиканское соревнование по волейболу приехали по одной команде из Ошской и Баткенской области. Также по 2 команды из Чуйской и Сысык-Кульской области. Остальные же участники из Бишкека. Основной целью проведения данного мероприятия является пропаганда и популяризация данного вида спорта в Кыргызстане, а также дать пример кыргызстанцам, что можно играть и поддерживать здоровый и активный образ жизни в любом возрасте. Нагима Акманчбекова, Шашамбай Кимбеков, СТВ.